В администрации обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ко Дню Победы, в зависимости от льготной категории, будут произведены денежные выплаты в размере 50 и 75 тысяч рублей, а также оказано содействие в ремонте жилых помещений, обеспечении бытовой техникой, будет организована углубленная диспансеризация. Молодежные волонтерские отряды окажут шефскую помощь. 8 и 9 мая предоставят право бесплатного проезда на такси. К сожалению, да, действительно, у нас есть изменения по ветеранам. Да, было 107, стало 102. По категории бывшие несовершеннолетние узники фашизма тоже было 142, стало 140. И по труженикам тыла тоже было 138, стало 137. Поэтому, к сожалению, конечно, возраст дает свое. 1137. Да, 1137. Да. Итого у нас на сегодня 1911 по всем категориям. Количество действительно небольшое, непосредственных участников войны тем более. И нам необходимо прямой контакт организовать, чтобы у нас обратная связь была, чтобы мы пришли, коснулись каждого человека, желательно каждого из всех категорий. Но, конечно, особое внимание мы должны обратить на тех, кто непосредственно имел отношение к военным действиям и так далее. Поэтому тоже это тоже важно. В работе оргкомитета участвуют депутаты, представители Совета ветеранов городского округа и Управления социальной защиты населения, а также учреждения образования и культуры. Мы подключились тоже к этой работе, и во всех библиотеках проводится информационная работа, проводятся встречи, лектории, конкурсы. Образовательные учреждения также в своих инстаграм, на своих сайтах публикуют различные материалы, связанные с Великой Победой, ну и, конечно, пропагандируют работу, информируют о работе такого движения, как Юнармия. План основных мероприятий подготовки к проведению празднования 75-й годовщины Победы составлен. В городском округе 23 мемориальных доски и 63 памятника. 5 памятников отремонтируют капитально. Стоимость ремонтных работ по памятникам, которые необходимо починить уже капитально, так у нас составляет 14 миллионов рублей. Что хотелось бы сказать, что из этих 14 миллионов рублей на 7 миллионов рублей это будет затрачено на ремонт вечного огня, который находится у нас в Сергиевом Посаде. 100%, что бы мы бы ни решили, он в 9 мая будет в надлежащем состоянии, никаких там вопросов не будет. Но мы либо успеем все-таки капитально его отремонтировать до праздника, если будем понимать, что в силу тех или иных причин у нас будет хоть малейшее беспокойство, что мы эти работы по каким-то причинам сделать не успеем, то мы тогда это, значит, начнем делать, Валерий Сергеевич, с 10-11 мая. И сразу, там в течение месяца-двух сделаем. Это третье заседание оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы. Мероприятий много. 24 апреля в Сергиевом Посаде запланирована закладка аллеи, посвященная героям 16-й гвардейской стрелковой дивизии. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».